Лежат в постели барин с барышней, забавляются, а рядом слуга свечку держит. Через некоторое время спрашивает: «Хорошо ли тебе, барыня?» «Ой, плохо!» «Ваня, Вань, встань с левой стороны!» Встал он с левой стороны. Через некоторое время опять спрашивает: «Хорошо ли тебе, барыня?» «Ой, плохо!» «Ваня, Вань, встань с правой стороны!» Встал он с правой стороны. Через некоторое время опять спрашивает: «Хорошо ли тебе, барыня?» «Ой, плохо!» Встает барин, забирает свечку у слуги и говорит: «Ложись на мое место!» Лег он на его место, стоит он у изголовья, держит свечку и говорит: «Хорошо ли тебе, барыня?» Она: «Ой, хорошо-то как!» Барин слуге говорит: «Учись, дурак, как свечку держать нужно!»